Canon 50D. Разбор. Canon 50D – многофункциональная камера, которая сгодится практически для любых целей, как профессиональных, так и любительских. Скорость и точность автофокусировки, высокая скорость серийной съемки, качественная цветопередача и автоматика экспозиции и баланса белого – это декларируемые производителем преимущества Canon 50D. Начинаем разбор. Снимаем объектив и резинку видоискателя. С помощью металлической лопатки отклеиваем резиновую накладку корпуса, можно не полностью. Откручиваем потайной винт. Резинку можно приклеить на место. Откручиваем два винта в нижней части корпуса. Два винта сверху. И винт регулировки фокуса. Далее приподнимаем заднюю панель, отключаем два шлейфа и снимаем заднюю панель. Переворачиваем фотоаппарат и снимаем резиновые накладки с передней части. Откручиваем все доступные винты. Металлической лопаткой поддеваем переднюю панель и снимаем ее. Откручиваем винты, фиксирующие нижнюю панель, и снимаем ее. Убираем уплотнительную резинку. Откручиваем винты на боковой панели, один под уплотнительной резинкой и два сверху. Затем снимаем боковую панель. Откручиваем винты, фиксирующие нижнюю металлическую рамку. Затем снимаем металлическую рамку. С помощью лампочки и двух контактов разряжаем конденсатор вспышки. Пинцетом отсоединяем коннекторы лампы вспышки. Откручиваем один внешний и два внутренних винта. Отсоединяем шлейф верхней панели управления. Отсоединяем оптический кабель вспышки и снимаем верхнюю панель. С помощью пинцета и паяльника снимаем защитный экран с системной платы. Металлической лопаткой отсоединяем все шлейфы. Откручиваем винты, фиксирующие системную плату. Приподнимаем плату. И отсоединяем оставшиеся шлейфы. Системная плата снята. Отклеиваем стикеры с верхней платы питания. И отсоединяем шлейфы. Откручиваем винты, фиксирующие верхнюю плату питания. И снимаем ее. Откручиваем винты, фиксирующие матрицу. Снимаем прокладки, а затем снимаем матрицу. Отсоединяем шлейф датчика крышки карты памяти, шлейф зеркального механизма, коннектор с платы питания, коннектор с батарейного отсека. И откручиваем винты. Пинцетом отсоединяем карту памяти. До конца ее можно не снимать. Откручиваем винты, фиксирующие зеркальный механизм. Пальцами снимаем зеркальный механизм и отсоединяем шлейф дополнительного питания, находящийся под скотчем. Фотоаппарат разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Canon 50D посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.